Всем привет, друзья, с вами Логан 54. Давненько не было у меня видосов, наверное, уже больше недели. В принципе, наверное, было бы еще больше, если бы не одно «но», если бы не поспорил, ну не то, что поспорил. Был некоторый диалог с человеком, который утверждал, что на МиГ-21 набор высоты для перехвата выполняется на скорости, ну, так скажем, около 400-500 км в час. Вот, и типа он так может быстро набрать высоту и дальше уже на высоте 10 разгоняться. Вот, на что как бы я ему говорю, типа, нифига не так, ну, делается не совсем так, делается это на скорости, на большой, на 800, там, на 700 км в час. Вот, в общем, мы поспорили и сегодня в этом видео. Надеюсь, будет интересно для остальных. Я проведу два полета, надеюсь, они закончатся успешно оба. Вот, и я буду выполнять перехват воздушной цели, высокоскоростной воздушной цели, типа B1 Lancer. У него тут, видите, загрузочка еще есть. Вот, скорость у него будет максимальная, 1500 км в час. Я его поставил на максимальной высоте, которую он сможет достичь. Вот, лететь он будет с Батуми вот сюда на привод. Здесь я также поставил лодочку. Видите, чтобы на пересечении квадратов, чтобы было именно к чему привязаться. Потому что нам нужен будет контроль. Контроль расстояния пуска, контроль расстояния начала перехвата, окончания, да? Вот. Поэтому лодочка будет нужна. Взлет будет производиться с аэродрома Гудаута. После взлета у меня будет выход на курс примерно 210 градусов. Ну вот так вот, 210, так, по 90 градусов к направлению цели. При этом дистанция до линии заданного пути цели примерно 100 километров. Вот, каждый сможет, в принципе, из желающих, кто захочет смоделировать данную миссию у себя на компьютере. Ничего сложного не вижу. Погнали. Значит, первый способ будет мой способ выполнения набора на скорости, набора высоты. Вот, так скажем, с сохранением скорости. Порулили. Не забываем сразу откинуть фиксатор, так скажем, крана шасси, потому что в процессе взлета будет не так просто его откинуть. В принципе, время руления не фиксируется, время взлета фиксируется, поэтому ничего страшного. По-хорошему, конечно, нужно выставить наш курс взлета, но в данных реалиях мы просто его запомним и все. 330. Выполняем разгон. Форсаж. По-правильному вообще нужно на форсаж выходить после достижения, если я не ошибаюсь, 560 градусов. Так, поднимаем переднюю стойку. Очень тяжелый самолет. Еле отрывается. Так, отрыв. Шасси на уборку, скорость не менее 400, закрылки, выполняем, так, и фара, фару убрал, убрал, так, шасси в нейтраль, выполняем доворот с креном 45 на курс 210, но скорость пускай будет пока, пускай растет. Мы не мешаем. Самое главное, чтобы она росла. Так, почти вышли на курс. Да, мы на курсе. Все, выполняем дальнейший набор высоты.
при этом основные параметры, на которые нужно смотреть, это скорость приборная и, ну, угол атаки, конечно, важен, да, угол атаки. На тангаж советую не смотреть. Вот, и что еще интересно, так, что еще интересно, нам нужно контролировать остаток топлива в подвесном баке, поскольку если он выработается, нужно сразу же его забрасывать. Скорость я буду держать порядка 750-800 км в час для набора. Так, ну и соответственно у меня нету сейчас как бы ДРЛО реального, да, поэтому я буду контролировать самого себя вот в таком вот режиме с помощью F10. На данном этапе я просто лечу по направлению цели, после этого я буду доворачивать как бы за ней. Так, продолжаем. Скорость выше 800 в принципе смысла нет держать, потому что мы просто не сможем разогнаться с баком. Поэтому пока что мы выполняем именно высокоскоростной набор. Сохраняем курс 210. Скорость, видите, пошла вниз. Чуть-чуть опускаем нос. Но аккуратно, аккуратно, аккуратно. Самолет очень не любит больших изменений тангажа. Так, вот у нас вырабатывается бак подвесной. Практически выработался, да? Так, выработался, все, скидываем бак. Контролируем. Бак отошел. Вот, и теперь мы продолжаем набор до 11 километров. Уже 8 километров. Скорость падает незначительно. Так, сейчас мы смотрим на угол атаки, чтобы он был... Постараться не меньше нуля удержать. 2 примерно, так. Это нам позволит и, так скажем, чтобы движок не вышел из строя, и сохранять скорость. Так, что у нас по сверхзвуку? Есть сверхзвук? Есть сверхзвук. Так, высота наша 9. Цели пока в РЛС нету, но нам как бы оператор РЛС говорит, все нормально, лети дальше. Мы такие, ну окей, набираем дальше. Да, сейчас мы перешли на сверхзвук и набираем на сверхзвуке. Здесь видите, у нас скорость растет уже по индикатору числа М. В принципе, вот на этом уже этапе полета мы переходим на контроль скорости именно по числу M. Пока что цели мы не видим перед собой. Пока что просто набираем высоту. Высота у нас сейчас, ну, 10 километров. Нам, по сути, нужно набрать 11. Давай чуть-чуть побольше тангаж. Точнее, не тангаж, а... Ну да, тангаж побольше поставим. Так, вот мы видим нашу цель. Она у нас идет как бы слева направо. Доворачиваем в ее сторону. Можно даже поинтенсивнее довернуть. Мы ее сейчас, скорее всего, не захватим. Хотя попробуем. Сейчас... важный момент, нужно держать скорость по прибору не менее 600 и контролировать вот здесь, чтобы мы не вышли как бы ниже, не загасили скорость ниже скорости звука. Если посмотрим по радару, то сейчас мы находимся, так, мы конечно сейчас не захватим цель, но сейчас мы находимся в 20 километре, да, цели, неплохо. Так, 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 аккуратно. Доворачиваем. Так, все, мы захватили цель. Но пока что, наверное, работать мы не можем.
цель далеко. Все-таки нужно догонять ее. А скорость, если мы посмотрим на скорость нашу и скорость цели, то у нас скорость 1300, у цели скорость 1000, практически 1700. У нас разница в 400 км в час. И высота цели на 2 километра, на 3 километра выше нашей. У него практически 15 километров высота. То есть цель такая достаточно непростая. Так, продолжаем. Так, следим за скоростью. На данном этапе мы просто доворачиваем створ цели и пытаемся сохранять нашу скорость. Мы видим, что мы набираем высоту, это хорошо. Так, скорость гасится. Уменьшаем угол атаки. Да, 1,2 это уже маловато. Угол атаки уменьшается до где-то 6. И видите, мы уже идем, как бы проваливаемся вниз. С высоты 13 мы идем вниз. Сейчас у нас будет разгончик. Да, видите, уже 1,3 скорость. Вот тут нужно немножечко подержать на себя ручку. Так, и давайте доворачивать. А то как-то мы вяленько идем. Доворачиваем. Так, 1,4 нормально. 1,5, идем в разгон. Так, курс 300. Я думаю, можно выводить. Да, цель где-то с курсом 300-305 идет. Если мы посмотрим вот сюда, да, то получается, что мы вышли в створ цели. Удаление где-то 20 до цели. Так, продолжаем движение. Скорость тем временем 1,6 растет. Это хорошо. Но радар как бы не позволяет идти все-таки автономно, без использования внешнего целеуказания. Да? Но, тем не менее, скорость растет 1,8. Также хочу обратить внимание, то, что я иду в небольшом снижении, порядка, ну, 5 метров в секунду, да. И угол атаки играет как бы особую роль. Вот сейчас угол атаки порядка 3-4. Это достаточно маленький угол атаки и позволяет он хорошо разгоняться. Практически преследует цель. Единственное, что может быть, то, что как бы РЛС может не захватить цель. А, ну вот, она захватывает уже цель. Наворачиваем чуть левее. Так, я на снижение почему-то иду. Так, сейчас нужно прекратить разгон, потому что скорость у меня очень большая. Давай, захватывай. Захватывайся. Чего? Я не понял сейчас, что происходит. А, ощущение, что я как будто бы цель потерял просто из виду. Непонятная ситуация. Давайте продолжать. Так, все, цель захвачена. А сейчас нужно откинуть гашетку и
приготовить ракета, да? Если я прицелился в режиме РЛС, то мне, соответственно, нужно будет использовать ракеты с радиолокационной головкой самонаведения. Продолжаем. В принципе, я готов к пуску. Ждем, когда у нас будет допустимая дальность для пуска. Пока что я цель не наблюдаю. Так, при этом моя высота уже 13, в принципе. А почему я не наблюдаю? Цель-то мне. А, вон она где-то там, слева. Чуть-чуть доворачиваем. А, вот она уже начинает маневрировать. Можно видеть. И сама снижается к нам, грубо говоря, идя в лапы, да? А мы просто выполняем ровный полет. Так. Вот. Время 8, практически 11. Мы выполнили первый пуск нашей ракеты. Где она там? Вот она. Красотка. Так, 8.11, первый пуск. Где у нас сейчас наша лодка? Наша лодка вот здесь. Удаление до кораблика 82 километра. Собственно, есть время на принятие решения, да? Я, наверное, сейчас пущу вторую ракету, чтобы у меня не было дисбаланса на крыльях. Ну и для успокоения. Вторая ракета. Пошла. Сейчас мы прибираем тягу, потому что у меня и так большая скорость. Очень большая скорость. Более 2,2 м. Контролируем попадание по цели. Что там пытается там? Головой мотает, смотри. Чё, промах, что ли? Блин, нифига себе. Чё, промах? Да не верю. Рядышком. Не понял. Нихера себе. А чё, блядь? А, у меня скорость меньше стала. Давай догонять тогда. Нифига себе он. Жесткий, да? Чё происходит? А, он снижается просто. Хорошо. Не таких брали, как говорится. Выполняем снижение с таким расчетом, чтобы не переразогнаться. Да, контролируем как бы скорость. Не выше 2,1 м. Скорее всего, я пускал на повышенной дистанции. Давай пускать. Я думаю, нормально. Все. Ну давай продублируем просто. Бам. Splash 2. Все, да? Сбавляем тягу. Так, сейчас у меня остаток. Ну, примерно 900 килограмм. Даже не 900 литров. В принципе, я сейчас нахожусь где? Ну, блин, я сделал двойной маневр. Так бы я, конечно, его еще тут бы мог сбить. Но, к сожалению, не смог. Да, я сейчас как раз нахожусь где-то в районе точки принятия решения. И мы выполняем доворот. Уменьшаем режим до 90%. И со снижением уходим на точку. Ну и с гашением скорости, соответственно. В принципе, мы выполнили задачу. Мне так кажется. Так, а что, я в наборе иду? Я в наборе еще иду. Нафига я иду в наборе, непонятно. Еще и на сверхзвуке. А, неплохо было. Ну, где-то вот так, наверное, выводим. Да, и вот можно идти вот просто прямо. Со снижением. Так, давай, знаешь, что делаем? Давай вместе уберем тягу. Все-таки хочется поэкономить немножко.
достаточно сейчас было неправильно мной сделано, то, что я захватил, видимо, цель слишком рано. Но в целом, как бы, способ рабочий. За лодку я как бы, ну, дальше я не улетел. Это уже неплохо. Блин, промотать бы это все. Давайте промотаем. Ну, можно на Сочи приземлиться, в принципе. Какой там канал, я уже не помню. Так, РСБН, СО, Адлер, шестой канал. Давай поставим шестой. Пятьдесят километров? Что-то прям это дофига. Ну да, 50 километров. Можно, конечно, на Сочи, можно. Ну, до Гудаута я уже не стану, потому что реально мало топлива. Лучше до Сочи. Так, стрелка отбивает. Показывает, да? Теперь можно, знаешь, что сделать? Полосу выставить. Выставляем на 62 градуса истинного. Ну, где-то так, наверное. Да, где-то вот так. Так, РЛС можно выключить. Больше она нам не пригодится. Это вы прикиньте, у меня был второй заход по цели, поэтому как бы... Ну и то, как бы, вроде плюс-минус нормально получилось. Так, я думаю, можно в ноль убрать тягу. И приступить к снижению. Так, уже загорелся аварийный остаток. Да, горит, да. Хотя я уверен, если бы я был чуть-чуть попроворнее, я бы смог сесть без аварийного. Что это там такое? Это что такое? Подожди. А, это у них на карте так. Нифига себе. Прикольно. Какая-то платформа. Ну, в целом, вы поняли, да? Я все, я уже приземлился, считай. Скорее всего, я бы и до Гудаута долетел, но рисковать нет смысла. Вон там впереди полоса уже. Доворачиваем к четвертому.
что это такое? А, это просто это. Блик на стекле. Я уже думал, что-то там летит. Платформа. А, ну у меня радио не выставлено. А какой здесь радио? Первый канал? Сочи, 102-й, возврат. 1-0-2, Сочи, следуйте курсом 2-1-7, ударите 7, давление 7-5-7,4-7, посадочный 0-6, занимайте высоту круга. 1-0-2, работайте с посадкой. Вас понял. Сочи, 102-й. Разрешите посадку. 1-0-2. Сочи. Посадку разрешаю. Посадочный 0-6. Конечно, высокая скорость, но. Я надеюсь, смогу тормозиться. Да, думаю, смогу. Да, в плюс-минус ТУ. Отлично. Ой-ой-ой. Скозлил. Прижал. Все, отлично. Даже, наверное, без парашюта. Ой-ой-ой, как же меня колбасит. Да, без парашюта. Итого у меня еще осталось 400 литров примерно. Неплохо, да? Кстати, у меня оставалось тонна даже в одном из вылетов, если... Если делать все по уму, то может и тонны хватит. Так, все, окей. А теперь пробуем то же самое. Но только... Так, ну вот здесь, если что, можно посмотреть. Так, взлет, взлет, взлет. 8.01. А применение 8.10. Ну, 8.11, условно. То есть сколько прошло времени? 9 минут, да, на перехват. Даже меньше. 9,5, бред. Где-то так, да? Ну, и это, конечно, я еще промахнулся. Поразил только в 12 минут. Ну, окей. Так, давай рестартнем. И попробуем сделать то же самое на скорость, на тангаже 20 градусов. Так, окей. Какой-то дежавю прям. Где-то я это уже видел. Так, подожди. А, не, нифига, надо будет выходить из миссии. У меня же этот ланцер уже все. Выход, рестарт. Подожди, я же вроде то же самое сделал, да? Ну ладно. Склероз. Делаем то же самое. Но набор будет производиться более интенсивно на тангаже 20. Я хоть и в синглплеере, но все равно смотрю на всякий случай по сторонам. Привычка, выработанная с Aerobatics Online. Когда просто ты выруливаешь, и кто-нибудь в тебя впиливается. Так, разгон. Форсаж. Скорость.
Скорость 240, ручка. Слетный угол тангажа. Давай, давай, давай. Отрыв. Шасси. Скорость 400, закрылки. Шасси нейтраль. Фара. И также с креном 45 выполняем до ворот. Но теперь с тангажом 20. Стараюсь выдерживать тангаж 20. Не смотреть особо сильно на угол атаки. Выводим на курс 210. Сохраняем 20 градусов тангажа. Ну и так и летим. Сейчас также мы должны будем проконтролировать остаток в нашем баке. Включаем уже заранее РЛС. Ну и просто идем вот в таком режиме. Вроде все нормально. Действительно у нас как бы, ну, скорость набора у нас 50 метров в секунду. Единственное, у нас скорость маленькая. Поэтому как бы да, мы, наверное, набираем за меньшее время, в принципе, то же самое. Так, что-то я снизил тангаж. Давай 20. По методике малоскоростного набора мы должны быть не на скорость не ниже, чем 400 км в час. Окей. Так, бак пока нормально. Давай чуть-чуть левее. Где там наша цель? Наша цель пока еще далеко. Тангаж менее 20. А, кстати, там по той самой методике малоскоростного набора на 7 где-то тысячах у нас должна быть площадка с уменьшением тангажа до 10. Так что не забываем. А высота уже почти 7. Так, что-то я тангаж 15 поставил. Какого хрена? Так, уже почти 7. Все, скорость близится к 400. У нас 7 километров. Мы уменьшаем тангаж до 10. Плавненько. Вот таким вот образом. Раз. Отлично. Скорость при этом начинает расти. Вертикальная, видим. Опять, так скажем, возобновляется, да? Так, где-то до 8 километров мы должны будем с таким тангажом идти. Дальше можно будет опять увеличить до 20. Ну, еще 200 метров есть. Так, скорость наша 450, отлично. Все по методике. 8 километров, тангаж 20. Тангаж 20. И где-то до 10 у нас идет тангаж 20. Из 10 у нас, по сути, должна быть площадка с разгоном, да? Да, уже почти 10. Пока что получается держать скорость не ниже 10, хотя сложно. Почти, давай, 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 еще, еще маленько. Так, бак, бак нафиг. Бак отстрелили, все отлично. Так, еще 300 метров. Хотя так тяжело на самом деле.
Ангаж 10. Так, что там у нас, где цель? Цель уже перед нами. То есть мы набрали достаточно быстро. Реально. Так, выполняем. Разгон скорости. На этой высоте, да? Ну, по сути, мы выполняем то же самое, только чуть-чуть типа пораньше. Но скорость наша сейчас 400, поэтому как бы интересно. Так, давайте доворачивать на цель, потому что она у нас пролетает. Кстати, если я не ошибаюсь, то в предыдущий раз я был где-то вот здесь, на 20 километрах. Момент прохода цели. Стало быть, я сейчас опаздываю на 30 километров по сравнению с предыдущим способом. Что ж, давайте дальше смотреть. То есть я уже как бы медленнее, и у меня нет энергии. Так, я сейчас иду в горизонте и пытаюсь разогнаться. Еще и в развороте. Высота 10,6. Надо звуки. Хорошо, хоть закрылки не выпустил. Так, окей. Также доворачиваю где-то на курс 300 там. Ну, да, где-то так. Сейчас у меня высота 11. Я сейчас, скорее всего, буду делать опять ту же самую вещь. С разгоном на снижении. Да, 11. До звук. На радаре цели не видно. Так, а ну-ка давайте посмотрим просто на наши скорости. Так, у бомбера 1700, у меня 800. Офигенный перехват. Это, знаете, как мне напоминает, когда ты на Ми-24 хочешь перехватить Виген на догоне. Мне напоминает это. Так, окей. И у нас еще высота, видите? Ну, высота, в принципе, неплохая. Но скорости вообще просто нету. Скорость 800, это не скорость. Так, давай дальше крутим и разгоняем. Видите? Он вообще не хочет разгоняться, если меньше маха. Давай, переводим на снижение. Уменьшаем нашу угол атаки. Угол атаки вообще просто бешеный. Просто. Он просто не дает самолету разгоняться. На таком угле атаки. Вы понимаете, что такое 9 градусов? Ё-моё. Так. Наша скорость тем временем 1000. Ну-ка, сверхзвук есть? Вроде есть. Нет. Сверхзвука нет. И цели тоже нет. Наверлась. Топливо пока что есть. Так, почему я иду в набор? О, сверхзвук. Есть сверхзвук. Отлично. Кажется, я на сверхзвуке. Но сейчас мы его быстро догоним. Наверное. Наверное, быстро. Ну, посмотрим. То есть я вообще не вижу даже в РЛС. И я тупо как кролик слепой. Кстати, у меня улучшился угол атаки. Что не может не радовать. Так, ну давайте, давайте. Блин, я сейчас офигею, если я догоню. Но, скорее всего, я не догоню. На таких скоростях. Ну-ка, до прикола. У него 1700, у меня 1400, да? Дистанция между нами 54 километра. Ух, ё. Мне нужно лететь с курсом примерно 290. Ну, нормально у меня сейчас курс. Держу нормально. Пытаюсь разогнаться.
на снижении. Угол атаки, в принципе, позволяет это сделать. 4 градуса, но самолет крайне неохотно это делает. Но терять высоту мне тоже нельзя, поэтому я продолжаю. Точнее, уменьшаю вертикально. Но не сильно, не сильно, не сильно. Прямо набор идет сразу. Ну, тем временем 1,6. 1,6. Блин, вообще. Какая-то шляпа. Так, ладно. Моя скорость при этом. О, 1,7. Точнее, уже 1,8. Нифига себе, я начинаю разгон. Это радует. Это очень радует. Дистанция между нами. Ну, 50 километров. Так, высота 9, да, чуть повыше, потому что в этой... Все-таки воздух должен быть более разрежен для Мига. Радар, к сожалению, не позволяет видеть объекты дальше 30, поэтому я просто иду по F10. В наборе. Да, это крутой, конечно, самолет. Так, скорость. Смотрим, чтобы не выросла выше 2,1. Ну, мы просто сейчас ее будем гасить тангажом. Но пока не растет. Пока что у меня дикий просто набор. Просто дикий набор. Так. Начинаем догонять. Что у нас по топливу? Пока что 1,5. Нормально. 13 километров. Неплохо. Я думаю, в принципе, можно уже, наверное, уменьшать угол атаки. Точнее, уменьшать тангаж. Так, 2М. Нормально. Радар пока не видит. Так, 2,1 нельзя. Чуть потише. Прям еле-еле потише. Так, 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 куда он пошел опять? Вниз. Зачем вниз? Вниз не надо. Цель. Так, давай чуть-чуть измерений. Цель на дистанции 36. Моя скорость 2160. Скорость цели 1700. Ну, 400 км в час, да, скорость движения. Окей. И при этом мне нужно следить за моей скоростью. Так, 14 километров, в принципе, горизонт. А тем временем у меня как бы уже лимит по принятию решения, потому что здесь надо уже принимать решение, пускать или не пускать, или уже может уходить на аэродром. 30 километров. Нормально. Чуть прибавляем режим. Но не сильно, чтобы не превышать 2,1. Ну, вот так нормально. Так, нет, превышает, превышает, идет на превышение. Идет на превышение, нельзя на превышение. Так.
проходим корабль. Так, куда он меня все вверх несет? Добавляем режим. Прям чуть-чуть. Но он где-то прям передо мной должен быть. При этом мне нужно стараться все-таки. А он на 15, нормально. Нужно стараться быть чуть-чуть ниже него. Потому что он. То все-таки особенности РЛС. Так, все, я вижу цель. Готов к захвату. Чуть-чуть левее. Так, скорость не превышаю. Давай, родной. Так, есть захват. Цель выше. Давайте постреляем, что ли. Я готов. Ты готов. Так, не превышаем скорость. Смотрим за рисками, за движением. Он пока что не маневрирует, значит все нормально. Пока приближаемся к нему. Тем временем я уже улетел далеко за корабль. Ну-ка, примерно. Ну, 60 километров от корабля. Дальше захват только, да? А я уже, видите, ну... Ну реально долетит далеко. Так, все, он начинает маневрировать. Я постепенно начинаю уменьшать углотоки для снижения. Уменьшаю режим двигателя, чтобы не переразогнать. Так, вон он там где-то внизу. Так, что ты делаешь, чувак? Мне нужно тебя перехватить. Но при этом не на форсаже, блин, я знаю. Сложно, сложно. Так. Где он там, блин? На горизонте где-то, да? Вон он. Скорость падает. Пуск. Вторая, Фокс 3, блин. Есть Сплэш 1. Скорость норм. Забрал, да, его? Нормально горит. Что он делает, ё-моё? Так, короче, 200-400 литров. Возврат на точку. Скорость гасится. Уменьшаю режим двигателя. Давай до 80. Вообще в ноль. Скину просто. И давай на этом режиме пытаться долететь до Новороссийска. Слушай, он еще живой. То есть я его не перехватил. Сейчас мы перехватим. До перехватим. Блин, он прям специально ко мне идет. Как специально прям ко мне идет. Говорит, ну перехвати меня, пожалуйста, полностью. Он на ГП идет, нормально. Сейчас перехватим. Да, как бы, но задание он уже как бы не выполнил. Это уже хорошо. Да капец он
Goodbye. Но мне нужно вести цель. Блин, у нее энергии нет. Все, я не сбил. Энергии нету ракеты. Ладно, давай хотя бы собьем его. Я вижу, что у меня уже нету топлива. Третья ракета. Форсаж. Что за фигня? И что, ты хочешь сказать, что ты не долетишь? Капец.